Добрый день! Сегодня рассмотрим вопрос, как сделать простую обрисовку фотографии. На примере данной фотографии создаем открытку. Будем выполнять обрисовку инструментом кривая через три точки. Обычно я создаю три слоя в проекте. Нижний слой – фон, средний слой – лицо, верхний слой – волосы. В данном проекте я добавил еще один слой с поздравлением. Отрисовку начинаем с видимой части лица и тела. Рисуем пока в слое направляющих. Создали контур, залили подходящим цветом, скопировали и перенесли на следующий лист документа. С контуром волос поступаем также. Создаем контуры глаз, носа, губ и главных теней лица. Что касается бровей и ресниц, рисуем отдельные кривые, объединяем их в одну кривую. С помощью инструмента художественное оформление придаем им нужную форму. Для того, чтобы сделать их более тонкими, мы увеличиваем объединенную кривую, повторяем действие, разъединяем форму и кривую, удаляем саму кривую и масштабируем форму до нужного размера. Продолжаем рисовать основные черты лица.
Волосы я не стал четко брать с фотографии, просто добавил немного фантазии. Не буду долго задерживать ваше внимание на рисовании локонов, покажу, что получилось в итоге. Теперь на слое поздравления рисуем восьмерку, какую нам бы хотелось видеть. Инструментом «Контур» с нажатой кнопкой «Внутри» подбираем значение, чтобы линия контура была от 2 до 4. Разгруппируем контуры, выделяем все и нажимаем кнопку «Объединить» горячей клавишей Ctrl-L. У меня были заготовлены весенние цветы, я их добавил на рабочий стол. Открываем панель «Объекты вдоль пути». Ставим галочку «Сгруппировать все объекты». В окне «Дубликаты» ставим значение 150. Выделяем цветы и восьмерку, нажимаем кнопку «Применить». Добавляем какой-нибудь веселый фон и надписи. Открытка готова. Всем спасибо, до новых встреч!